5 по 7 апреля на базе отдыха имени Стрельникова специалисты ресурсного центра развития добровольчества провели обучение кандидатов, претендующих на получение оборудования для создания молодежных пространств. Практический этап прошел в рамках областного конкурса. По его результатам будет создано или модернизировано 3 молодежных пространства в районах области и 1 в Омске. Заявки у нас подали 16 районов из 32. Во второй этап у нас прошли 9 претендентов. Это 8 муниципальных районов и 1 городская площадка. На сегодняшний день здесь, на втором этапе, у нас присутствуют представители каждой команды. Команда у нас состоит из 3 человек. Это представитель государственной молодежной политики, представитель партнерской площадки ресурсного центра развития добровольчества, а также куратор, который в последующем будет реализовывать молодежные мероприятия на молодежном пространстве. Участники конкурса прошли обучение и сначала на его основе разработали концепцию по развитию молодежного пространства своего района, затем создали план совместных мероприятий, которые могут быть проведены на территории всех открытых площадок. Мы уже имеем молодежное пространство в нашем муниципальном районе, называется оно 54 квадрата. Мы активно работаем с нашей молодежью, развиваем направление патриотика, творчество, добровольчество. Мы ждем от этого мероприятия каких-то новых перспектив для себя. И, конечно, поборемся за модернизацию нашего пространства, чтобы у нас были средства развить нашу маленькую инфраструктуру в нашем районе, чтобы наша молодежь оставалась у нас и было с нами интересно, чтобы мы были в их тренде и продолжали с ними работать еще долгие-долгие годы. Все разработки конкурсантов оценивались по бальной системе. На следующем этапе они должны оформиться в проекты, из которых будут выбраны 4 лучших. Команды-победительницы получат необходимое оборудование и мебель для оснащения площадки. На закупку планируется потратить 1,5 миллиона рублей.